Мы верим в мужество отчаянных парней. Хоккейный клуб «Чебоксар» одержал победу над командой «Ростов» и впервые вышел в финал первенства высшей хоккейной лиги. От шестой игры зависело многое. В случае победы над действующими обладателями Кубка Федерации в этом матче чебоксарская команда гарантировала себе победу в серии и выход в финал. С первых минут на льду завязалась борьба. Первыми счет открыли хозяева льда. Гости же смогли отыграться только в начале второго периода. Равный счет на табло продержался недолго. Спустя 2,5 минуты богатыри вновь вышли вперед. У ростовских кондоров было еще 1,5 периода на то, чтобы переломить ход игры. Но богатыри устояли и довели матч до победы. Соперник по финалу пока еще не определился. Счет в серии хоккейный клуб «Тамбов» хоккейный клуб «Мордовия» 3-3. Решающая игра состоится 7 апреля.